несравненная госпожа. Где ты ходишь? Все сделал, как велено. Ты отослал принцессу? Отослал, госпожа. Так далеко отослал, что вовек не вернется теперь. Ты видел своими глазами, как взошла на борт? Клянусь вам, госпожа, сам ручкой ей на дорожку помахал. Все несчастья ваши галеон увез за море в крайне близкий. Ай, молодец! Шакиру огивили, лукум готовить и бакшиш всем раздай. Сделаю, госпожа. С ней покончено. Подожди, Сваша, есть еще кое-что. Что еще? С Гюлемагой как быть? Он на виду у всех похитил принцессу Изабеллу. Разве не следует его наказать? Госпожа. Паша, с принцессой Изабеллой что-то не так? Я поздравляю вас, госпожа. Вам удалось большую беду от себя отвести. Я только что Ибрагима Пашу видела. Он вернулся из охотничьего домика. Озабочен, о чем не сказал. Не случился ли пожар снова? Принцесса Изабелла здорова? О принцессе я сейчас не хочу слышать ни слова. Светлейшая госпожа моя. Что это ты? Чем взволнован? Я только что с Сюмбюлем говорил, госпожа. Паша вот-вот меня вызовет к себе на допрос, и тогда... Как мне быть? Я очень боюсь. Не бойся. Я же научила, как отвечать надо. Все отрицать будешь. Не знаю, не был я там. А Паша мне поверит? Не сможет он нас поймать. Ну все, перестань. В обиду не дам. Благодарю, госпожа. Гюляга, давай завтра в общей комнате праздник устроим. Ты все подготовь. Будет девушкам радость. Как прикажете, госпожа. Тебя Паша вызвал к себе. И как все прошло? Чего он хотел? Ибрагим Паша обещал меня гиенам скормить. Сказал, что они на кусочки меня разорвут. Плохо. Все плохо, госпожа. Ух, пропал я. И ты все ему сразу рассказал? Скорее кормом для гиен стану. Чем беду на вас навлеку, госпожа. Гюляга. Нилюфер, и ты. Если вы будете всегда мне так верны, то ни один враг на всем свете меня одолеть не сможет. Ну вот. Пора развлечься немного. М? В честь отъезда принцессы. Ну что, все готово? Готово. Чудно. Госпожа, ваше сияние весь гарем озарило. Сколько золота. Ничего. А тебя золото этот цвет тоже будет? Машала.
Кем она себя возомнила? Валиде за порог, она тут как тут. Я велю им прекратить весь этот шум. Не надо. Пусть. Пусть она себе яму копает. Что такое? Валиде приехала, госпожа. Она желает вас видеть. Ах, вот как? Ну что ж. Веселью конец. Ну-ка, уберите здесь все. Чтоб хоть мед на пол лей да слизовой. Ну-ка, живо, живо! Не испытывайте мои... Госпожа, наконец-то вы вернулись. Поклон низкий. Мне назло все устроило. О чем это вы, Валиде? Еще спрашиваешь? Что за позор такой? Что у вас за веселье? Это просто, чтобы чуть-чуть развеяться. Впредь, если решишь устроить подобное, поищи себе другое место. В гареме такой позор учинить, да разве это мыслимо? Ты слышала, что у нас на улицах происходит? Повсюду болезнь свирепствует. Все кругом бедствуют. А вы тут развлекаетесь. Что бы ни делала, все плохо. И слушать не желаю, уходи. Досталось тебе по заслугам. Ну, беги к ней, а то истосковалась уж вся. Мне косточки заодно перемоешь. Здравствуй, Хюрем. Сулейман. Давно уж у нас в гареме ни песен, ни смеха не услышишь. Я решила, что надо всем развеяться. Вот и устроила праздник. Ну, а Валиде принялась кричать на меня. Ей все не по душе. Что б я ни делала. Не любит она меня. Зато я тебя люблю. Мало тебе этого. О чем еще мечтать? Любовь твоя дороже всех миров.
Но знай, что если ты разлюбишь меня когда-нибудь, я тотчас же погибну. О смерти больше ни слова не говори. Мне хочется видеть у тебя на лице улыбку. Не знаю, еще равна, госпожа моя. Что случилось? Я разыскивал вас вчера вечером. Вот и нашел, говори. Госпожа, Нигер Калфу отсылают в старый дворец. Зачем? Клянусь, сам ничего не пойму. Валиде ее отправила в другой дворец. Ну, а Ибрагим Паша прислал ее назад. В гареме повелителя она не числится. Одним словом, Нигер Калфу отсылают в старый дворец. Аллахом заклинаю, сделайте что-нибудь. Помогите. Уж очень ее жаль. А кроме вас, никто в мире ее спасти не сможет. Девушки, не забудьте вон тот сундук. Госпожа. Что здесь происходит? Нигер Калфа вещи собирает. Она дворец наш покидает, госпожа. Не поедет она, Симбюль. Она остается. Как же, госпожа, Ибрагим Паша? Делай то, что велено. Девушки, вы слышали госпожу? Возьмите-ка вещи и разложите по местам. Выйдите все. Гюляга, ты тоже иди, оставь нас одних. Как угодно, госпожа. Ибрагим Паша тебя к себе взял? Почему это вы врагами сделались? Что вы, госпожа, уж и враги. Ты вдруг приезжаешь. Ведешь себя совсем не так, как обычно. Так что, скажи мне, что у вас случилось? Паша в том, что с Хатиджа Султан недавно случилось, меня, видно, винит. Сердится, что меня рядом не было. А до того... Сын его. Я ничего сделать не смогла. То болезни, то смерти. У меня сил больше нет. Стало невыносимо. Так вот почему. Ладно. Приходи в себя поскорее. Иначе я не смогу помочь. Госпожа. Я так признательна вам. Спасибо. Как вас отблагодарить? Отблагодаришь после. Не волнуйся. Ибрагим Паша приказал отослать ее в стар... Кремах! Здесь был папа. Что же ты не позвала меня? Не успела, госпожа. Повелитель совсем немного здесь пробыл. Госпожа, Дарья Хатун просила передать. У Хатиджа Султан сегодня прием будет, просили и вас там быть. Ах, вот как? Как славно. Нилюфер, собраться мне помоги-ка. Хочу всех затмить. Благодарю, госпожа. Прошу. Прошу вас, повелитель.
Фиде, наш повелитель изволил позвать принцессу. Хорошо. Мой визит вас не побеспокоил? О, нет. Может быть, желаете что-нибудь? Что ж, торжествуй, Паша. Придет день, и я припомню тебе все. Этот день никогда не придет. Принцесса Изабелла, это колье ваше? В следующий раз постарайтесь не терять. Благодарю вас. Позвольте, я надену его прямо сейчас. Прошу. Так ты передумала, принцесса Изабелла? Не спеши. Пусти! Что ты делаешь? Пойдешь со мной, сказала. Что ты вытворяешь? Почему ты здесь? Почему осталась? Ибрагиму Паше удалось перехватить меня. Он и привез меня назад. Не верю я тебе. Спелись вы за моей спиной. С Пашой ведете против султана Сулеймана игру. Я все вижу. Меня не проведете. Только помни. Платить за все придется. Пусти меня, не трогай! Я тебе не рабыня! Поняла? Я не твоя прислуга! Не смей со мной так обращаться! Перед тобой принцесса! Не рабыня, как ты! Вот оно что! Так вы принцесса, не то что мы, а? Именно так. Я не твоя игрушка. Велишь уехать, уеду, скажешь остаться, останусь. Как бы не так. Ты не можешь приказывать мне, что делать. Значит, уезжать ты не хочешь. Так ты влюбилась? В Сулеймана влюбилась, так? Говори же. Отвечай мне. Ну да, влюблена я. Ну и что с того? Может, ты убьешь меня? А? Давай. Мне уже все едино. Я здесь. Пойми. Рядом с Сулейманом. И если нужно будет сражаться, я готова. Thank you.
Не так ли? Я тебе давала шанс сбежать отсюда. Ты пойми, второго уже не будет. Мне султан Сулейман нужен. Теперь я не уеду. Госпожа, принцесса, простите, что я вас прерываю, но повелитель хочет домой ехать. Да, кстати, для вас у повелителя есть одна новость, принцесса. Госпожа.